Бойцы, добро пожаловать в Чернобыль. Я достаточно стар, чтобы помнить аварию 86-го. Но сегодня вам предстоит столкнуться не только с радиацией, но и со старыми знакомыми из Блэквуд. Понял. На линии какие-то помехи. Будьте готовы к тому, что у нас могут возникнуть проблемы со связью. Затеяли Блэквуд на этот раз. Вам придется во всем этом разобраться. Только посмотрите на эти грибы, если их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. Хорошие новости от наших спецов. Эти зомби больше не опасны. А есть и плохая новость. Почти наверняка это означает, что Оберон приготовил для нас что-то гораздо, гораздо хуже. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Сходить с ума, дальше не суйтесь, иначе никакие медики не помогут. Этих чертовых зомби охраняет специальное подразделение Блэквуд, так что легкой прогулки точно не ждите. Противник собирает силы у бассейна. Возможно, это ключевое звено в цепи. Представляет большую ценность. Захватите его, чтобы наши технари на него взглянули. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Thank you.
Стрел в зубы мне же нет. Спасибо. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Стрелок убит. Пошли, пошли. Стрелок готов. Зеленая жижа, которую вы здесь видите, появилась в Чернобыле неспроста. Пока мы знаем очень мало, но, судя по всему, она радиоактивна и напрямую связана с деятельностью Блэкфорда. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Осторожно, граната! Возвращается на базу, но скоро вернется. Займите позиции. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Готовьтесь к атаке с воздуха. Вы знаете, что делать. РПГ в ящиках рядом с вами. Уничтожьте врага.
Блэквуд бросают в бой свою летающую крепость богомов. Кроме названия, мы о ней почти ничего не знаем. Но будьте уверены, она напичкана новейшим вооружением. Настоящий бункер. Блэквуд явно не хотят, чтобы мы увидели, что внутри. Поэтому будут сражаться как одержимые. Эти турели защищены силовым полем. Попробуйте отключить его хотя бы на несколько секунд с помощью РПГ. Подключайтесь к терминалам. Отлично, мы начали получать данные. Я свяжусь с вами, когда они будут расшифрованы. Поторапливайтесь.
Вперед по сравнению с тупоголовыми зомби. Новый противник гораздо опаснее. Уничтожить его почти невозможно. У цели есть одно слабое место. Бейте его на землю издалека, а потом быстро атакуйте в ближнем бою. Невероятно, вам удалось уничтожить Седа. Будет сделано. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Подождите-ка. Готовится встретить вас у башни и явно не с красной дорожкой. Мы расшифровали файлы из лаборатории. Блэквуд называют зеленую жижу Седриум. Также мы знаем название киборгов Седы. Этот материал явно важная часть всей операции противника. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Я уж думал, мне конец. Спасибо.
Огромное количество отходов Седриума появляется на поверхности в болотах. Идет производство в промышленных масштабах, которое явно преследует определенную цель. Блэквуд хватит этого, чтобы с легкостью отравить всю Европу. И тогда лучше вам не подходить близко. Даже испарение от него смертельное. Будет сделано. Осторожно, граната! Заполнен.
землетрясений, которые она вызовет. У нас большие проблемы. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Вот черт! Посмотрите вниз, за стекло. Помните тектоническое оружие из вулкана? Да, именно. Блэквуд использует его снова. Если скважина станет достаточно глубокой, нас ждут невообразимые разрушения. Нужно остановить их прямо сейчас. Это приоритет. Подкрепление у врага. Используйте терминал, чтобы включить лифт. Появилась идея, которая может сработать. Если изменить амплитуду сейсмического бура, он разнесет все это здание. Нужно только добраться до панели управления.
выбрались из этого ада без потерь.